Доброе утро, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангелов, с вами Народный Батюшка. И у меня легкое не то что недоумение, а удивление, что в очередной раз то, что я сказал на канале и как-то попытался донести для всех, понимая, что это такая глобальная задача и глобальный вопрос, вдруг всплывает в речи президента или в какой-то программе президента. И меня это удивляет, поскольку заставляет задуматься, либо я действительно хорошо чувствую потребность, которая вот созревает в обществе и в мире, либо все-таки кто-то смотрит мой канал и, собирая вопросы для обсуждения, собирая темы, которые нужно поднимать, мои темы входят в состав этих обсуждений. На этот раз, сами можете проверить, я меньше месяца назад высказал идею о том, что леса наши не просто дерево для производства бумаги и еще каких-то там средств, значит, стройки и всего остального, а леса наши – это производители кислорода, и Россия могла бы быть соучастником такого вот мирового глобального спасения планеты от накопления углерода, который влияет на потепление климата. И не прошло месяца, я даже предложил, что Россия могла бы продавать этот кислород, ну, в том плане, что помогите нам леса восстанавливать, все сообщество мировое, и тогда будет для всех общая польза. И на саммите G20 президент высказывает один в один эту идею. Прямо буквально говорит, что я не могу выложить сюда его слова, потому что сразу YouTube скажет, что взял с телевидения с какого-то и так далее, и может заблокировать за чужой контент. Это вот в YouTube такие странные. Но вы сами можете найти там Путин о лесах на саммите G20. И вы сразу увидите, что он так и сказал. А мы еще и имеем ресурс производства кислорода. Это наши леса. Их нужно восстанавливать, их нужно поддерживать и все. То есть один в один то, что я и предложил. И вот это меня удивляет. С одной стороны. С другой стороны, это меня вдохновляет на то, чтобы и дальше об этом думать, об этом говорить, и не только об этом, но и о проблемах, которые действительно нас с вами окружают, озвучивая их и ища выходы из этих проблем. При этом я-то, когда говорю, я понимаю, что мы с вами уже такой приют ангелов, и у нас уже есть некое такое небольшое, но коллективное сознание. И мы уже выражаем не просто идею меня одного, а идею некого коллектива, дух некого коллектива образует некую потребность, общую молитву о том, что нам на самом деле нужно. И вот это-то как раз и доходит. И мое рассуждение сейчас о том, что вот сейчас в мире модна такая идея, что мысли материальны. Прямо проводят какие-то обучения, проводят симпозиумы. Есть уже книги и лидеры этих книг, которые объясняют, что вот если ты хочешь что-то поиметь, то ты сосредоточься на этой идее, сформулируй ее у себя в голове. Найди способы, как она должна решиться, и думай о том,
И она решится. И она решится. И я вам скажу, что они абсолютно правы. Единственное, что в чем они ошибаются, что исключают из воплощения этой идеи дух. Бога исключают. Потому что то, что мы вот таким образом делаем, в общем-то, Господь нам объявил, что реально. Вы, говорит, если будете веру иметь, можете горы переставлять. Смаковое зерно веру иметь. Я не знаю, нужно ли нам переставлять горы, но то, что у нас какие-то потребности возникают, естественно, слышит Господь. И, естественно, они воплощаются, если они реально образуются как потребность, и еще больше они воплощаются, если они реально образуются как инструмент любви и помощи друг другу. Вот это всегда реализуется. Но здесь надо как раз понять, что реализация это зависит именно от Бога, от духовного воплощения. И если кто-то называет эту мысль материальной, то я бы назвал это духом. Духом одного человека, как и духом коллективного мышления. И когда вот это коллективное мышление рождает общую, я бы назвал, молитву о какой-то проблеме, то она и начинает воплощаться, причем воплощаться уже в таком, в человеческом реальном сообществе, и как действительно Спаситель. Я ведь ничего для себя не сказал, когда предлагал эту идею, что мы можем восстанавливать. И больше того, я закладывал в эту идею какую-то такую, что ли, немножечко прагматическую часть, думая, что действительно, а вдруг заинтересуются, вдруг вот хотя бы появится желание на этом маленечко заработать, но заработать на чем? На восстановлении леса. Сейчас зарабатывают на уничтожении леса. И мы видим, чем это заканчивается. Мы видим, как наша страна, как президент объявил, теплеет в два раза быстрее, чем, в общем-то, мир. Это как это? Вы думаете, почему это происходит? Почему, вы думаете, у нас меньше производств, чем, например, на Западе или в Китае, или в Америке? Сейчас уж и Южная Америка, те же Венесуэла, Бразилия, они по производствам и по выбросам нас вроде превосходят. А мы-то почему теплеем? А я вам скажу, секрет очень простой. Мы вырубаем леса. А новые леса в производстве вот этого кислорода, они активны, когда перерабатывают углерод. И всегда выделяет тепло. Это я слышал от ученых, что дерево, когда оно растет, оно еще и тепло. Но любая работа выделяет тепло. То есть представляет столько воды, столько гектар леса хвойного в день. Ух ты! Забыл я эти цифры. В общем, одно дерево такое большое, полнозрелое, 700 литров воды в день может прокачивать. Это ж какая работа? А любая работа, естественно, с теплом связана. Мы с вами увидим, можем, как снег выпал, а листья протаивают. Потому что они еще гниют, они тепло выделяют. И вот это-то тепло уничтоженного с одной стороны леса, которое мы перерабатываем и сжем в своих печах, это один плюс. А второй плюс, вот этот новый свежий лес, он дает тепло, он остановится только когда созреет. Зрелый лес перестает так активно потреблять кислород и так расти, выделяя тепло.
Вот вам и все секреты. Но этот секрет, как говорится, полишинели, который ученые давно знают, но жадность тех, кто вырубает леса, она превозмогла все эти сложности. Действительно, мы теперь в проблеме. В проблеме. Был такой эколог Данильянц. Забыл фамилию, очень хороший, интересный. Мы с ним еще в 92-м году обсуждали проблему потепления, и он даже выступал тогда, тогда уже выступал на конференциях, что вот то, что мы делаем с экологией, может привести к потеплению, и это потепление скажется на нас очень сильно. У нас ведь 1/3 или наоборот 2/3 территории, по-моему, 2/3 территории находится в зоне мерзлоты, там вся Сибирь, и эта мерзлота, начиная оттаивать, вот он тогда все это рассказывал, она принесет нам очень большие проблемы. Мы потеряем массу газа и нефтепроводов, потому что они начнут проваливаться и трубы лопаться. Мы потеряем часть городов, которые стоят на мерзлоте, поэтому там сейчас стараются уже и ничего не строить, а только временно и все такое делают и так далее. И это все потому, что мы не бережем лес. Лес не бережем. И слава Богу, вот это наша с вами коллективная молитва о том, что лес нужно беречь, вышла на мировой теперь уровень. Вроде там все соглашились, какие-то декларации подписали о том, что нужно что-то соблюдать и все остальное делать для восстановления. Ну, там не только лес, там надо и джунгли восстанавливать, там тоже большие ущербы. То есть вот это все зеленое природное тело планеты, его нужно лечить, его нужно восстанавливать. Думая, что мы перестанем что-то жечь и перестанем что-то выделять, мы спасем планету, нет, ничего не получится. Только если мы восстановим ее вот в таком зеленом ее теле, в природном его теле, ее теле, тогда все и будет хорошо. Тогда и начнет все налаживаться. И это зависит от нас с вами. Если уж видите, даже в таком маленьком варианте, как наш канал, можно что-то высказать, и это может выйти на серьезное обсуждение, на серьезное решение, то значит каждый из нас может своей молитвой, тем более коллективным каким-то мышлением, все изменять. И поэтому я вас прошу, мыслите позитивно. Мыслите позитивно, перестаньте быть вирусом, который жрет это дух, пространство своей злобой, страхом, вот своими какими-то ущербными состояниями. Ну, будьте вот тем духом радости и любви, который все восстанавливает. И верьте, что если сегодня ничего еще не получится, ну, как кирпичик, мы с вами ляжем в лучшее будущее наших внуков, правнуков и всех остальных. Тем, что желаем добра, тем, что не хотим ущерба нашей планете, природе, духу нашей Земли. Здоровья вам всем, радости, любви. Аминь.